нам сделали такой хороший подарок, поставили футбольное поле. Теперь дети будут играть каждый день. А сейчас каникулы, тем более, они будут играть вообще с утра и до вечера, скорее всего, до позднего. Раньше у нас стояла старая коробка, и из-за этого мяч вылетал, попадал в машины, в дома, в стекла. Сейчас новая коробка. Благодаря ней она стала шире, стала больше. Мы играем толпой 5 на 5. Раньше 2 на 2 было тесно. Когда забивали, там спорили, был гол или нет. Когда уже начали строить, я уже был рад. Очень хорошо тут.